Пока еще за руку с мамой в полной безопасности, но уже с 1 сентября ходить за знаниями будущей первоклассницы Ариши придется одной. Школу возле дома ей не дали, несмотря на то, что заявление на зачисление по месту жительства мама девочки подала вовремя, еще в апреле. В комитете по образованию сослались на то, что мест нет. Сотрудникам комитета по образованию была предложена школа номер 31. Данная школа находится в 2 километрах от места жительства. Учитывая наше одностороннее движение, ребенку бы приходилось ходить пешком в нее. Данный отрезок пути насчитывает только 7 пересечений дорог, дворы, гаражные кооперативы. Собственно, я посчитала эту дорогу небезопасной и отказала. В итоге зачислили в школу 53, но она тоже в 1,5 километрах от дома. Провожать и встречать каждый день ребенка возможности нет. Алена работает, да и дочку воспитывает одна. Переживания за своего ребенка, как он добрался в школу, из школы. И неважно, первый класс это, третий, десятый. У меня один ребенок, и поэтому переживания будут в любом возрасте. В комитете по образованию нам пояснили, что принцип шаговой доступности сегодня не в приоритете. В первую очередь рассматриваются заявления, те, которые имеют льготу первоочередного права. Затем рассматриваются заявления, те, кто имеет льготу преимущественного права, это так называемые братья и сестры. И третье – это те дети, которые имеют регистрацию на закрепленной территории. Первая категория – это закон о полиции, закон о статусе военнослужащих и закон о социальных гарантиях иным категориям. Адрес закреплен не за одной конкретной школой, а несколько школ за адресами закреплены. Это общая федеральная, общероссийская практика. Поэтому те дети, которые не, так сказать, во дворе в школу не могут пойти в настоящее время в связи с тем, что есть укомплектованность, первоочередное, приоритетное, плюс братья и сестры, и только потом уже те, кто закреплены по месту прописки. К сожалению, расстояние от места жительства до школы не регулируется никакими нормативными актами, пояснили нам эксперты. И добавили, что метод зачисления в школу на сегодняшний день крайне непрозрачен. Есть определенные категории детей, которые имеют приоритет при поступлении в школу. Ну, вот самые распространенные из них – это дети прокуроров, судей и так далее, на которых сейчас все грешат, что именно они якобы заняли все хорошие места в престижных школах. Мне кажется, все-таки их не так много, чтобы они могли существенно повлиять на количество мест в школе. А проблема здесь именно в том, что расширяются жилые районы, а школ у нас катастрофически не хватает. А между тем, Алена не единственная, кто переживает за безопасность своего ребенка. В соцсетях родители тоже жалуются на то, что их детям не предоставили школу возле дома. И теперь каждый раз нужно будет либо провожать и встречать ребенка, либо постоянно переживать. На сегодняшний день в образовательное учреждение Барнаула зачислены 9500 детей, 500 мест еще свободны. Самая сложная ситуация в индустриальном районе, где, как правило, и живут молодые семьи. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.